Перед чемпионатом ЦФО. Чемпионат ЦФО по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Первенство ЦФО до 8 лет. Значит, по композиции у нас тут никого нету, прошло тоже. Вас, да, Игорь, прошло, по-моему, нет? ЦФО, это Россия прошла. А, это Россия была, я путаю, да? Самое смешное, что в календаре ЦФО стоит после России. Ну, да. Кто принимает такие... Ну пары? И первенство ЦФО по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек, которые прошло тоже в Москве. Пожалуйста. В городе Орде мы проводили второй год подряд чемпионат центральных городов округа среди женщин в конце февраля. То есть председателем женской комиссии Марина Ерманьков сразу после турнира мы достаточно много говорили о нюансах там проведенного турнира, о положительных, отрицательных моментах, сравнивали с предыдущим годом. То есть у нас было в этом году рекордное количество участниц, 26 по сравнению со всеми годами. И это при том, что я достаточно жестко ограничивал местных участниц. То есть была позиция ни в коем случае не превратить женский чемпионат в турнир девочек там, до 10, до 12 лет. Поэтому мы их просто не допускали местных там, со вторыми, третьими разрядами. В этом году мы проводили турнир за 7 дней, было 2 спаренных тура. В общем-то, коллективно решили с участницами, что это, наверное, был не самый удачный эксперимент. И тем организаторам, которые на следующий год будут проводить женский чемпионат, мы, в общем-то, рекомендуем 2 тура в день не делать. То есть это были против и участницы. То есть это не сказалось на том, чтобы увеличилось количество приезжих участниц, оно осталось примерно в том же количестве, а нагрузка резко увеличилась, и спаренные туры, в общем-то, признаны неэффективными. В общем-то, нареканий со стороны участниц я не слышал ни от кого. Если они говорили это в других регионах, то, наверное, могут другие выступить. В общем-то, у меня все. Мне проще.